Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Pixel Watch 3, и сейчас я покажу вам, как изменить уже готовый циферблат. Итак, зажимаем пальчик на циферблате и нажимаем на значок карандашика. Здесь мы можем выбрать цвет. Далее можем выбрать, показывать линии или нет. Далее можем изменить, в общем, можем показывать либо цифры, либо дату, либо какую-то информацию. Вот здесь дата, здесь градусы. Далее можем также включить показывать секунды или не показывать. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.